Ваш родственник попал в милицию. По такому сценарию пожилым людям ночью звонят незнакомцы и сообщают, что якобы их близкие или родственники за содеянное уголовное правонарушение попали в райотдел. Чтобы избежать ответственности, необходимо заплатить круглую сумму. Сотрудники отдела уголовного розыска вместе с работниками следственного отдела задержали две группы мошенников, которые зарабатывали на жизнь таким путем. Позвонили ночью, сказали, надо 7000 гривен выкупить родственника из милиции. Пожилая женщина поверила, отдала сразу. Сейчас милиционеры задержали двух мошенников. На их счету не менее десятка таких афер. Данные лица представляют собой ранее судимых по различным видам преступления, в частности, как в отношении за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, так и корыстных преступлений. В настоящее время в отношении них избраны меры пресечения. Одному избрано содержание под стражей, находится в следственном изоляторе. Во втором избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, милиционеры задержали еще одну группу из трех человек, действовавших по подобному сценарию. Таким образом, им удалось обмануть пожилую женщину на 2000 гривен. Сейчас устанавливается причастность злоумышленников к другим преступлениям. Тех, кто стали жертвами этих мошенников, просят обращаться по телефону на экране.